Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год годом детей. В областной детско-юношеской библиотеке имени Габита Мусрепова прошел круглый стол «ОНРМСДГ Балалар Адебиятын Дамыту». В мероприятии приняли участие поэты и писатели области, педагоги и учащиеся школ. На мероприятии заслушали произведения известных казахских писателей и поэтов. За круглым столом говорили о развитии детской литературы. Мой отец Зейнел Габи Иманбаев внес большой вклад в развитие детской литературы. Рассказы публикуются в каждом номере журнала «Балдырган». Я собрала все его работы и красочные рисунки, которые были опубликованы в журнале «Балдырган», и к 90-летию издала книгу «Интересные истории для детей». Сегодня я прочту его самый первый рассказ, который не вошел в книгу и остался в архиве. Он очень любил детей и их особенности. Цель сегодняшнего мероприятия – обогащение духовной культуры детей, любовь к родной стране и земле, уважение к старшим, пропаганда творчества писателей и поэтов нашего региона, повышение интереса к чтению у молодого поколения. Для нас минувший год, так же как и 2022 год, был годом детей, годом развития детской литературы. В связи с этим было проведено множество творческих и литературных вечеров. Эта же тенденция сохранилась и в этом году. Будут организованы несколько полезных конкурсов для детей и их развития. Также в рамках мероприятия организованы тематические книжные выставки. Аида Ермекова, Олег Касинов, Служба новостей.